Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс, это у нас Outriders, четвертая серия. В общем-то, не поверите, почитал комменты под второй серией, много всего написали, огромное спасибо. И вы знаете, интересно стало, врать не буду. Здесь у нас новые пухи. Так, Пионер 2, есть такая магнитола, очень хорошее попадание, в цель происходит взрыв всем противникам в пределах 6 метров, 3 секунды, понятно. И получается, текущее у нас все самое дамаговое. А пистолет, выкачивание здоровья, ну вроде самое лучшее у нас сейчас надето. Остальное, полагаю, можно будет продать. Ну давай возьмем сайт-квест. Сказали, максимальный уровень демки 7. Понимаю, у тебя куча вопросов, но мне не до этого. По твоей милости, я проспала столько лет. Ты уж найди для меня время. Тебе сложно понять, в какой заднице мы оказались. Нас осталось 50-60 тысяч. Большая часть мятежники. Скоро вообще никого не останется. Они отвлекли нас атакой. Мятежники. Выкопали туннели прямо под нами и заминировали их. Подорвали наш рубеж ко всем чертям. Я заметила. Множество людей погибло. Там один из моих лучших бойцов, лейтенант Маккейн. Сообщают, что он жив. Только его завалило обломками. Тут каждый человек на счету. Тебе нужно вытащить его. Обязательно вытащу. Не, ну если надо спасти хорошего человека, почему бы и нет? Поговорите с Якубом, первый город. Так, а как мне... Подождите. У меня же есть журнал заданий. Карта заданий. Это где лейтенант Маккейна в последний раз. А как... Можно посмотреть, какого именно уровня? Лагерь, мне надо сюда, да? Давайте сначала дойдем до торгашей. Потому что... Если Маккейн еще жив, нужно найти его. Здесь у нас ничего интересного. Ага. Почему-то с другой стороны оказался как-то. Ну да ладно. Да, вот здесь всегда жуткий пролаг идет. Так, ты кто такой? Или ты кто такой? Заходи, не стесняйся. Музей забыл. Ого. Не трогать. Бисти Бойс на виниле. Их на земле-то было не достать. Откуда ты знаешь? Это долгая история. Ты коллекционер? Ну, кто-то же должен. А то остальные уже готовы все забыть. Но откуда? Это все тут. Когда мы покидали землю, каждому разрешили взять по коробке вещей. Людям теперь весь этот мусор не нужен. А мне нужен. Это наша история. Кем мы были. Что потеряли. Мой маленький музей земли. Я принимаю пожертвования. Боже. Еще с чернилами. Как? Ну, говорю же, долгая история. Спасибо. Без памяти о прошлом будущее стоит мало. И если найдешь что-нибудь, что угодно с земли, сразу приноси мне. Я поищу. Так, ну хорошо, это, видимо... Для меня что, ничего нет? Не верится. Я, по идее, могу сдать. Потому что у меня всякое было. Я понял. А, нет, ладно, я думал, что-то новое можно будет издать. Это что такое у тебя за плащ модный? Пойдемте к торговцу быстро. Какой-то сайт-квест. Так, давайте попробуем продать. Продать. На какую кнопку?
Hold. Продать предметы, делитом. Нажать, держать. Сколько мне за это заплатили? Нормально. Так, и теперь мы можем купить что-нибудь. Да хотя... Я думаю, найдем. Хорошо. Так, где лейтенанта этого видели последний раз? Целеуказатель? Вон туда. Я бы на самом деле к телепортатору подошел, но да ладно. А что за звезда какая-то? Давай тоже посмотрим, что это такое. Раз уж мы начали изучать. А. Вот где творится магия. Ну давайте сначала сайд-квест сделаем. Это тоже коллектабл. Чем? Я думаю, вот эти штуки мы... Это просто записи, едите их заново. Это бы пропустить, но это пропускаются. А зачем эти анимации нужны? Они же просто время тратят. Ладно, нам не понять, мне не понять. Так, карта есть? Могу ты пэкнуть сюда? Не могу. Ладно, еще мне сказали в управление зайди, но мне кажется, настроить нормально я не смогу. Так, занять укрытие, прицеливание, перекатиться, залезть, перепрыгнуть. Ладно. Ближний боев, ну ладно. Нет, мне не нравились двойные уворота я не могу убрать. А, вот смотрите, могу. О, нормально. Ой, как нравится, как же нравится. Чего, перекат на... Какой деградант на контрол это сделал, дядь, ты шо? Не, подожди. Так не пойдет. Ох, ты по-человечески. А могли бы они занять укрытие? Блин, ну тогда на контрол будет. Че, рофлишь, псина? Я не знаю, давай семерка будет другой вариант. Можно? Наконец-то. Просто чтобы перекатываться как человек, а не как чмо. Только не говорите мне, пожалуйста, что на каждом ряду будут противники. Я так этого не хочу. Мы прям по карте двигаемся. Ну да, походу сейчас сюда. Тут мы его... Какие-то задания везде доступны, это что за жесть? Интересно, по уже пройденным местам мы можем нормально проходить, окей. Какой-то сайт-квест еще один. Шира, я в эпицентре взрыва. Здесь все обрушилось. Сомневаюсь, что Маккейн выжил. Сомнения оставь при себе. Угу. Он мне живым. Тут мы не были точно. Че-че-че, коллектабл с минералом, можно собирать? Да, можно. Приятно. Он автоматом собрался, окей. Нахера они вот эти катсцены сделали? Это же такой бред. Ладно, возможно, я просто странный. Тяжело, наверное, быть косоруким, но я справляюсь. Так, попадаем. Мне сказали, что я лечусь, когда просто попадаю по противникам. Ого, братан, штурмует уже меня. Я нажимал Ctrl, оно, видно, не прокает как-то или через раз прокает. Но я бы сказал, что в игре огромное количество косяков, к сожалению. А чехлиться ты будешь сегодня или нет? Ну, кое-как. Да, сказали искать сундуки. Типа за них экипировку и шмотки дают. В целом логично. Буду стараться искать, но ничего не обещаю.
я вроде ничего не вижу. Да. Интересно, мне прям обязательно все-все-все собирать? Ну, походу, да, чем больше я соберу, тем потом я больше скрафтить смогу. Вообще, сундуки сложно пробежать, они прям очень жирно подсвечены, но я справился. Вот, это, видимо, об этих сундуках вы мне писали. Ну да. Ржавая, скорее всего, хрень какая-то. Не, это гля. Блин, ну здесь бонус офигенный. Мне этот взрыв очень нравится. Конечно, 6 секунд перезарядка, но, по-моему, это профитно. Оу, щит. Кто стреляет? Сейчас бы попадать. У Влада получилось. Было бы на самом деле неплохо. Ребята, хорош душить. Вы же понимаете, что ничем хорошим это не закончится. А, теперь это перелазание. Хорошо, надо привыкнуть попробовать. Ну кто-нибудь, выходите драться. Блин, душно, душно, душно. Интересно, я в огне стою или нет? Вроде бы да. Турель. Бахаем, живем. Ну вот, да. Объясните мне, что произошло? Может кто-нибудь здесь объяснить? Я искренне буду очень благодарен, если объясните. Потому что по моим подсчетам не произошло ни хера. Но игра так не считает. И вообще ни хера не считает. Давайте будем честны. Да, теперь будем где-то здесь стоять. Гораздо профитнее и безопаснее. Как же они стреляют? Как же они целятся? Только, блин, посмотри. Сказали, как-то можно обилками все сбивать, но что-то сомнительно это все. Вы просто гляньте, меня насилуют. Ну, как вам такое, петушки? Нравится? Ну, снайпер, видно, выносит, очень сильно выносит. И просто игра вылетела. Ладно, бывают проблемы в жизни у всех. Вы бы знали, как долго эта душная игра грузится. Просто, блин, нет слов. Если она еще раз вылетит, я, наверное, дропну. Должны мощные ребята вылезти, нет? Вон они. Этого жопушника бы выкурить оттуда. Есть пробитие. Ого, они тоже меня морозить умеют? А, их какая-то паскуда защитила щитами. Блин, ладно, соберись, но попасть-то нельзя. Ну, можно же. Можно сбивать, да, действительно, обилки можно сбивать. Боссом, мини-боссом. Огромное спасибо за инфу.
Да бейте этого ублюдка сутулого. И эту мудилу, которая ко мне тут в туза лезет. Да сколько же их прется, ты только посмотри. Вообще мне снайперша должна помогать, или это другое задание? Думаешь, я тебя не переиграю? Может быть и нет. Так. Ощущение, что я через спинг стреляю, как бы. Иначе я не могу объяснить такой дерьмовый... Ну, короче, невозможно попадать. Ботинки какие-то левые дали. Еще какие-то коллектаблсы. Зеленая, зеленая всегда хорошо. Давай смотреть, что нападало. Так, снапа. Лучше моей. Шлем нет, нет, нет. Лучше. Лучше без бонусов, но зато лучше. Нифига себе, модные ботинки. Сюда. Что, ничего не выпало? Белая фигня. Может, она лучше моей намного. Ну, не намного, но лучше. Хуже все. Почему стало так тихо? Вот этих существ я в демке видел. Эй, Шира, что тут такое? Тут ходит какой-то здоровяк. Потише, первопроходец. Не привлекай его внимания. Он убивает людей сотнями. Даже алиумы его сторонятся. Может, мы его натянем? Копайте, почти выбрались! Держись, помогу. Стой, стой, не стреляй. Мы с тобой должны быть заодно. Держу. Лейтенант Маккейн, все хорошо? Порядок. Спасибо тебе, солдат. Не за что. Так, спасем моих людей. Черт, серьезно? Это война. Чего? Надо было обняться. И на кой черт я вообще стараюсь? Честно, более бездарного квеста я, наверное, давно не видел. Это прям квинтэссенция бесполезности, что ли, я не знаю. Так, сюда вернуться? Наверное, да. Потому что в лагере же было. Теперь, по идее, к Шире просто вернуться, она нам что-то расскажет. Не, подожди. Как выбрать? Я вот хочу, смотрите, отслеживать сейчас. Дневник. Как-то задание можно глянуть? Ну, вернитесь к Шире. Где эта Шира живет, мать ее? Мне явно не сюда. Во, перестроилась, по идее. Что сабквестов столько стало, пипец. На каждом, блин, шагу. Меня отчасти утешает. Якуб, что это за сигнал? Не знаю.
Ложная надежда для лузеров, которые не хотят смириться с этим. Я сейчас занята. Что нужно? Лейтенант мертв. Скажи мне, что он погиб как герой. Конечно. Можешь и дальше так думать. Охеренным он был героем. Что бы он ни сделал, эта война первопроходец. Нужно прощать, пока не победим. Ты уверена, что еще стоит побеждать? Извините меня, либо я такой дурак, либо где мораль этого квеста? Ну серьезно, это типа настолько, извините, неуместная херня сейчас была в этом квесте показана, но не знаю. Так, навыка заканчивается, нанесенного союзником. Прикольно. Пока навык активен, при убийстве противника. Давайте возьмем вот эту штуку. Так, ну что ж, к Шире мы больше заходить не будем, ну ее в пень. Ну и, наверное, скоро продолжим. Я все-таки принял волевое решение немножко подкрепиться. Давайте тогда с Якубом поговорим. Сайд-квест уже этот выполним. Почему бы и, как говорится, нет? Как же здесь лагает? Так, микрофон снова надо настраивать, но ничего, это мелочи. Да, и там еще один, потом у нас доп есть. Я надеюсь, мы вот этот квест успеем выполнить, если ничего не вылетит. Если... А, так быстро? Ну ладно. As the last remnants of humanity destroy themselves, the signal is still out there. And with it lies the key to our salvation. We journey from the ruins of our old world and into what lies beyond. Things I've seen, even I do not believe them. Where I am taking these two, there's no coming back. You think you're dreaming? What the? This is real. God! What you were sent here for? Go! Beyond the frontier! It's the end of the goddamn world out there! All this persistence, this world is crashing down! And what will be left? Beyond here, there's only death. I'm finding that signal. Ну да, я так и подумал. Оформил предзаказ. У меня тут в кармане 2 лишних рубля завалялось. А, да, так и думал. Это, видимо, проход в следующие главы, которых пока что нет. Демка на этом закончилась. Можно допки повыполнять. Блин, если бы мне сказали, что все как бы на этом заканчивается, я бы не попёрся. Так снова 8000 миллионов загрузок ждать. Люблю загрузки, знаете. По утрам встаю такой, блин, думаю, эх, сейчас бы загрузки из Outriders посмотреть. Так, еще тут, кстати, награды. Давай возьмем. А, получить награды. Y, награда, хорошо. Так, награды. А, еще награды, ё-моё. Ля, сколько наград, сюда. Так, что мне дали? Что это? Урон 20. Стабильность, дальнобойность.
Ну вот можно попробовать потом будет, ради интереса. Насколько это лучше. Так, ну и чё, по сайдам, погнали, еще сайт один есть точно. А почему уровень-то снизился? Подождите. Вот так. Я прям могу в режиме реального времени выбирать, офигеть. Забавно. Если он не отдаст мой паёк, почему-то та дополнительная миссия серая, как так, непонятно. Поехали сюда. Посмотри на мои товары, Алю. Идем, покажу, что есть на продажу. В другой раз, ладно? Настроение ни к черту. О, нам всем непросто сейчас. Идем, может, горячего чаю? Это все, что есть? О, здесь у меня только хлам. Все хорошее я держу. Надо было заплатить! Ты, Алюм? Я не знал. Да мне похер. Он обещал мне крутые пушки. Я выполнял приказ. Чей приказ? Брехуна. Это главарь гончих. Он хочет перебить всех торговцев, которые ему не платят. Знаете, мне нравится похеризм главной героини. Тут всех убивают. Она, ну, наверное, это как бы не ее дело. Ну, короче, не знаю, ладно. Так, день не сдался. Надеюсь, это тот квест. Нахера мне к этому... Подождите, может, надо G нажать? Так, день не сдался. Да. И теперь мне бы туда телепортнуться. Можно? Ладно, разобрался, получилось. Смотри, ништяк. Что это за склад? Не-не-не, недоступно. Хорошо, что недоступно. Могу прям так варпнуться? Не могу. Видимо, придется в рукопашную бежать, в руконожную. Эй, Шира, мне надо по делам на территорию гончих. Что скажешь про их лидера, брехуна? Он подонок, грабит слабых. Его люди идут за ним исключительно из страха. Почему ты ему это позволяешь? Он прочно окопался в глубине Держи в курсе, Шира, держи в курсе. Ух, как я люблю эти анимации. Да, видимо, они загрузки маскируют. Ладно, тогда принимается. Так, ребята, вы уверены? Уф. Все мои вольки говорят, а уф. Не пойму, лучше пуха или нет? Это дробь, серьезно? Лол, это дробь. Это очень неоднозначный ствол. Оставится ли у меня автопауза? Походу, да. Походу, нихера. Эффективнее будет. И эти ребята гораздо более высокоуровневые. Это, в общем-то, накладывает свои проблемы. Я думаю, одолеем. Нормально, пробиваем. Не быстро, не идеально, но возможно. А, то есть, не, могу переслушать, а что ж так по-глупому это все реализовано-то? Надо удерживать, конечно же, удерживать. Ничего, что я полчаса удерживаю, это ничего страшного. Опять новая пушка. Не открывается, понятное дело. Отлично. Это именно то, куда я хотел поставить эту пушку. Бабахнем. Найс. Блин, не успел добить. Да, стрели найс. Прям серьезно найс. Вроде даже справляемся.
Ну, кое-как. Секретное место? Попасть в него не могу. Или могу? На Ctrl, да? Не работает. Видимо, я плохо старался. Так, ребята, мне бы лута забрать с вас. Врать не буду, не отказался бы. Так, тут ресурсики, сюда. Здесь какой-то коллектаблс. Похоже, тот засранец, убивший Чана, не соврал насчет гончих. Ну и, видимо, мы идем дальше. У меня такое предположение, что я сюда уже ходил. Если честно. Турель мою не ломай. Слушайте, турель еще походу агрит. Вообще шикарная турель. Зря я на нее гнал. Так, ну тут явно будет дохрена противников. Отойти. Из перекрестного огня. По возможности так, дружище. Давай-ка ты свой дробовик нахрен уберешь отсюда. Потому что я этого не люблю. Ну, нормально, два хеда. Not bad. Еще где-то? Ребята, вы что, так много вас? Вон дурачок бежит. Нормально. Еще кто-то остался или это все? Ну там он вряд ли. Выйдет на нас, надо, наверное, быковать на него потихоньку идти. Чё-то я не вижу ящиков с припасами. Да он меня изнасиловал. Еще один, что ли? Я вроде и не стоял. Как же мне нравится, как они дерьмово спавнятся, вы меня извините. Ну вот серьезно. Братан, лови подарочек. Псинка сутулая. Что-нибудь прятал? Ничего он не прятал. Идем дальше. Брихун, я иду за твоей жопой. Кого? Девчонку? Я не за ней. Ты брехун? Мы знакомы. Мистер Чан шлет привет. Ты чего? Я даже договорить не успела. Слишком много болтаешь. Так и было задумано. Спасибо за спасение. Ну вот опять. Я здесь не ради тебя. Говоришь, мистер Чан в порядке? Гады! Мало того, что эти чертовы мятежники нам покоя не дают. Достали уже. Так еще и эти бандюки никак не уймутся. Да, понимаю. Жизнь почти не изменилась. Эй, ты молодец. Он нас больше не потревожит. И я не пострадала. Кстати, я Ева. У меня прилавок в городе. Загляни ко мне как-нибудь. Так, ну здесь награда нам полагается. Определенно. Коллектаблс. Брехун был подонком, так что все будут рады. Я же удерживаю Е, чтобы переместиться, мать вашу. Там в лагерь, полагаю я. Перемещаю, братан, говорит, обожди, пожалуйста, не торопись. Я медленная игра, понимаешь, мне подумать надо. Подумаем, потом уже поговорим. Так, где это Ева? Рада снова видеть тебя.
Надо же. Надеялась тебя снова увидеть. Ну, благодаря тебе этот день стал на 2,5% лучше. Ну что, теперь мистера Чана нет, а мне все еще нужна снаряд. Ну, на все товары я сделаю тебе скидку. Мне кажется, у них химия произошла. Я, конечно, не уверен. Блин, давайте снапу возьмем. О, так. У нее всякая интересная пух есть. Ну, ей всякое можно продать. Ладно, пока что разберемся. У нас новые вещи есть. Получается. Двустволка, ничего себе. Так, ну и что по квестам-то? У нас вот это дополнительное, да? Расплата. И получается... День не задался. То есть еще не все. Нам нужна точка телепортации, по-хорошему. Два торговца теперь. А, вот, точка телепортации. Поехали, попробуем ту выполнить. Сюда. Почему уровень мира 4? У меня же вроде 5 доступен. Сейчас попробуем проверить. Может быть да, может быть нет, может быть кто же его знает. 6 уровень мира доступен, смотрите. Почему я так мало? Блин, а что за бред-то? А сверху же... А, это видимо мой уровень 6, понял, понял. Еще один квест. Как это работает? Выглядит неплохо. Ну, поехали, новая область. А, в любом случае загрузочку ждать. Хереть тут квестов, извините меня. Тут везде что ли всего? Я не помню, был ли я там. Ну тут что-то прям до хера квестов еще осталось. Коллектаблсы. Так, бункер зачистить. Это будет несложно. Дамаг имеется. Шикардос. Ловушка для чемпиона. Патронов мало. Ну это псина выйдет сегодня или нет? Стрелок сосун, блин. Если бы видеть, куда стрелять, было бы, конечно, восхитительно. Пока что с этим небольшие проблемы. Сбоку, сбоку захожу. Что-то не захожу. Ты же отъехал, походу. Куда стреляет турель? Я хз. Пацаны, чего вы такие тупые? Как же я пока не привык к местному управлению. Видимо, у меня максимальный залут. Есть предположение, что я не в ту сторону воюю немножко. Честно вам скажу. Как это так они с той стороны? Так, я тут извлечением занимаюсь, не мешайте мне. Конечно, прекрасно понимаю, что это не время для этого.
но тем не менее. Легко собрался, красивый. Кого волнует, что я не могу ворота использовать? В принципе, никого. Грязь какая-то, тупо мясо месиво. Я бы, наверное, отметил. Блин, ребята, они дохерали вас? Там какой-то супер перекрестный огонь. Без вариантов как-то. Тупо спавнится и спавнится, и спавнится, и спавнится, и спавнится, и спавнится с псы сутулые. Слишком много, я бы сказал. Сейчас нам попробуем разок. Только это бесприцельная снопа. Это мы потом отдадим той женщине, понял? А, так мы ради этого сюда пришли? Вы сейчас серьезно? Как понять, где я? Я просто по приколу сходил сюда, ничего не поимел, что ли? Я не понял, я расплату сделал или нет? А, ну то есть я могу еще раз этот квест взять, я правильно понял? Ты отличаешься от других алюмов, да и от других первопроходцев тоже. Ну, походу, это все. Типа весь контент, который можно было посмотреть, полагаю я. Могу ошибаться, конечно. Но по ощущениям так оно и есть. Теперь я, получается, могу сюда тпкнуться. Ну да, там они все серые задания стали. Сейчас ей диск отдадим. Не знаю. Так-то, конечно, прикольно, интересно. Красиво все обставлено местами. Так, нам кому-то нужно отдать же, да? Найти бы эту мадаму. Вот она. Продолжай искать реликвии без памяти о прошлом. Будущее стоит мало. И если найдешь что-нибудь... Я их помню. Раньше мы думали, что они останутся навсегда. Что новые поколения будут смотреть их, смотреть наши фильмы, узнавать, как мы жили и любили. А что теперь? Почти ничего не осталось. Как будто мы и не существовали. За это ништяки дают. Такого у меня нет. Давайте шлем нормальный. 7 уровня возьмем. Ну, видимо, пока что все. Если вы что-то больше меня знаете, пишите, конечно. Разумеется, я все постараюсь реализовать в лучших традициях. Но пока что как-то так. Надеюсь, было весело, здорово, интересно. А вот райдерсов посмотрели, как-то так. Всем всего хорошего, счастья и здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.